Чтобы собирать хороший урожай огурцов, нам нужно, чтобы у рассады была мощная корневая система. Для этого мы будем проводить ослепление. Это удаление в первых трех пазухах огурцов, вот он, видите, огурчик, и пасынков. То есть берем и удаляем. Раз, вот здесь, смотрите, раз, удаляем. И вот здесь, третья пазуха, удаляем огурчик, пасынок еще маленький. Как бы жалко не было, это делать нужно, потому что сейчас вся сила будет уходить именно в корневую систему, а не в завязывание вот этих маленьких первых плодов. Еще я по возможности удаляю вот эти все усы, чтобы не брали на себя силу. Огурцы я обычно веду в один ствол в теплице, поэтому они посажены достаточно часто. То есть я буду удалять все пасынки. После того, как все оборву, начну подвязывать огурцы, а то они уже совсем большие лежат. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.